Чуть не забыла сделать видеообзорчик. Смотрите, я сегодня была в офисе, и вот такие наборчики сейчас новогодние, да, у нас пришли. Природная безмятежность. Сюда входит, значит, мелатонин и магний. Магний нужен на постоянной основе. Кто у них в курсе? Женщинам порядка 5-6 капсул надо в день. Вот так вот. Так, теперь вот такой вот синхровитал 4 для печени. В принципе, тоже частенько мы его покупаем. Так что имейте в виду, это 60 капсул на месяц. Так, здесь у нас турбо-чай. Очищение идет. Очищающий турбо-чай. 30 пакетиков. Так, это у нас очищающий фитосорбент. В саше. 10 саше у нас тут. Очень удобно брать с собой в дорогу. Так, дальше. Это у нас пребиотик. Эльбифит. Я вот проходила антипаразитарную программу. И после этого рекомендует пропить вот эти вот наши пробиотики. Так, дальше. Дальше у нас здесь я взяла железо. Я сдавала анализы. Органическое железо. Не хватает железа, поэтому тоже включила свой рацион. Так, теперь вот барагой амарант. Очень классная штука. У кого аллергия? Ну, я ее постоянно покупаю в себе. Как уже использовала. Очень вкусная, кстати. А вот это вот, смотрите, ПАКС, что сейчас идет. Это у нас восстанавливающий гель с пантенолом. Ну, я думаю, это в каждой семье должен быть такой кремушек, потому что это вот спаситель, да, скажем так. Не дай бог, там ожог или что-то, да, очень помогает восстановить. Так, теперь вот у меня живокост Форте. Тоже это уже, ну, я не знаю, наверное, все уже знают про этот крем, тоже классный. Классный бальзам для суставов. Так, ну, это глюкобокс, по-моему, я тут уже тоже про него уже говорила. У кого повышается сахар, вот такой вот классный тоже препарат. Здесь у нас 30 пакетиков, да, 30 пакетиков, вот, на каждый день. Так, ну, про ипамчики я уже тоже говорила. Вот сейчас у нас идет по акции вот эти вот семерочки, ипам антивирусный, да, так что рекомендую. Мы и в нос капали, вот сейчас у нас немножко приболел супруг и сын. Ну, все, и в нос капали, и все, то нормально, восстановились быстренько. Так, здесь у меня еще 96-й, это урологический, плюс еще 1000-й неврологический, ну и 4-ка, это для печени. Вот, такие пампчики мы всегда покупаем для моей семьи. Вот такой заказик, классный заказ. Всем пока!